дешевская машина. Тут стандартно у них щеточки лежат. Ну, NVB-шная сразу видно, DV65. Резина мне не особо интересна. Пойдем наверх посмотрим. Аккумулятор у них GS Yuasa. Не часто их увидишь. Bosch, Panasonic. Вот под своим брендом у них аккумуляторы есть. Это фильтры. Яшные. Масляный угол. Вот, типа отработка. Вот их бренд Мегмакс. Банка на кастрол чем-то похожа. Была вот такая вот крышечка. Очень много трехлитровой тары уже для малолитражек. Мобиловская штучка для показа разницы вязкости. Shell дали вот такие вот литрушки 0W30 стандарт и сети C23 Emission Compatible Technology. Что-то опять для экологии из натурального газа. Ну, эти сказки мы уже слышали от разных производителей. Ну, это чисто Shell для иностранных машин. Кьюр дали свою очистку двигателя. То есть это промывка, я так понимаю. Молодцы. SP-шка 0.20. 5.30. Ну и хондовская SP новая. Фильтра здесь денсовские. Bosch. Тормозная жидкость, соответственно. Трансмиссионка. Денса, интересно. Made in Japan. Made in China. Вот так вот. Ну, у них завод в Китае, поэтому, соответственно, могут и китайские. Тоже Made in China. Но я видел у них Made in Thailand еще. Made in China. С магнитом пиявский фильтр собирает грязь всю. G-Parts, вот с этой компанией я вел переговоры по фильтрам. Ну, у них производство все вынесено за пределы Японии. Это Вако, их бренд. То есть они ставят на конвейер, но это бренд чисто вторичного рынка, он из Китая у них идет. Ну и цену они дали неподъемную. Это фильтр Automac бренд, тоже Denso. Написано производитель Denso Solution. Где он сделан? Daihatsu Kopen. Страна производства не указана. Это промывка инжекторная от Cure. Короче, экономия топлива с ней и чистый двигатель, никакой воды и ржавчины, меньше расход, ну и двигатель более мощный, то есть оно прям в бак заливается,
соответственно, очищает всю поршневую клапанную группу. Ну, нагара больше всего на клапанах, на инжекторах. Сегодня нам показывали это. Ну, вот, соответственно, и стоит она 3380. Мегмакс выпустили 0V16. Специальный значок. Эльзак GF6B. GPL что-то. Что-то для НВБ дизайн страшный. Кому нет? А, ну это бренд Yellow Hat, потому что поэтому и дизайн страшный. Ну, они даже написали, что им пакуют эти щетки НВБ. Ну, тут тоже указано. Качество от НВБ. Ну, мне кажется, вот такие вот... Вонючки, они больше и дольше пахнут, чем та же самая Икоша. Такие меловые, я не знаю, 2-3 дня я чувствую, и потом просто запаха нету никакого от нее. Почему народ так с них тащится, я не знаю. Тут у них электрика. Инструмент для электрики. Ну и все, пошли аксессуары разные. Краски. Я свой цвет не нашел, я в интернете покупал. В Yahoo, по-моему. Салонные фильтры. Ну, Bosch неплохая доля рынка здесь у японцев. Ну и фильтры совсем не дешевые. Нравится тем, что вот они делают такие видео и описывают все плюсы-минусы. Ну и здесь наглядно видно, как он загаживается. Там и грибок, и вирусы, и просто грязь. Рекомендуют менять раз в год. Сорластер тоже, как и Глака, выпустили вот такую штуку для стекла, антидождь. Интересно. Полироль я, наверное, себе прикуплю. Ну, такая вот софт 99 выпустили в старом стиле банку. Вот это вот для всех цветов подходит. Full color. Ценник, в принципе, нормальный. Сорластер дорогой. Made in USA. Не, не надо. Купил все средства по удалению царапин. Попробуем. Хотел еще шампунь взять, но что-то у меня вроде пока еще есть.